косарь. Не, не это хочу. Косарь. Да, друг против друга. Смотри, мы кидаем ролл. Кого больше, тот и выигрывает. Три раза. Полиция, помогите, он ко мне лезет. Он меня ограбить хотел. Помогите. В казино подпольно приглашал. Убай ламу. Домой. Ты зачем его убил? Ты не отчитал, но ты не отчитал ему. Молодец, сейчас дам тебе тогда Джайл. Начинаем КВН. Через несколько минут после посадки в Джайл этого самого мэра меня тэпает на разборке администратор с претензиями, почему я его посадил в РП профессии. Но спешу сообщить, это было полбеды, после чего начался какой-то кромешный пиздец. Короче, меньше разговоров, просто смотрите дальше ролик. А? Что ты в РП профессии? На что ты в РП профессии забрали? Зажалил. А там написано же причина, или ты слепой не видишь? Нет, там написано, что притил, но надо брать номер РП профу, не РП профу. Кем сказано? Кем сказано? Кем сказано, скажи мне, что РП профу нужно не, это убирать, чтобы челика наказать. Смотри, Антон. Как бы отъебись от меня, пожалуйста, если ты правил сам не знаешь. Ты вообще, пожалуйста, ебать, ты старшему по званию, блядь, говоришь, что ты бат от тебя. Ну и что дальше? Сейчас даже можете не ждать каких-то там извинений, то, что я там вдруг покорячился и что-то ему не так сказал, на эмоциях все такое. Я ему все правильно сказал, пусть отъебется от меня, идет, учит правила, если он сам их не знает и как-то их пытается трактовать по-своему. Вот конкретно в этой ситуации правила иерархии не нарушаются никоим образом, потому что он мне не давал задания, когда я его там не послушался, не пошел разбирать по его приказу жалобы. Он сам полез ко мне, тэпнул меня на разборке, где оказался с первых же минут неправ и был послан нахуй. Справедливо? Справедливо. Не знаю почему, но с первых минут у меня сразу же была мысль, это кандидат на снятие. Я могу тебя и нахуй послать, если потребуется, если ты не прав. Ты меня сейчас не просил ничего делать, чтобы я соблюдал иерархию. А ты до меня доебался, сам не зная правил. Стой, нет, ждешь теперь ты, потому что ты, сука, правил не знаешь. Ты меня тэпнул, говоришь, что я в РП профе человека наказал. Хотя я должен якобы брать нон-РП профу для этого. На самом деле это не так. Ты смачно обосрался с подливой и теперь пытаешься до меня доебаться, что я как бы ты там старше по званию, а как бы хуй клал на это, если что. Если ты не прав, то я могу тебя и нахуй послать, в принципе. Это не считается иерархией. А если он видит нарушение, да, он может джайлить, но... А я что, блядь, слепой, что ли? Я что, не глядя людей кидаю в джайл? Я вижу килл, да. Я вижу килл у него. И чё? Подожди, что ещё было-то у человека? Чё? Подожди. Сейчас я с мэром, я не с тобой. Блядь, ты разборку начал, даже его сторону не выслушав изначально. Пиздец, я в аху. Как ты вообще админ, этим админом стал? Ёбаный свет. Мозги, блядь, настрой сперва. Ты, сука. Покушание. И после этого тебя бы жалили. Так я понял? Он не отчитал, чтобы челик стал лицом к стене. Я это видел, все, он просто сказал ему в чате. Ага, вот, он не отчитывал по секундам, как это нужно всегда делать. Ну что, я тоже могу тебе сейчас сказать, чтобы ты лицом к стене встал. И если ты стоишь там где-то секунду для меня, я могу тебя типа тоже, как он, ёбнуть на месте и буду типа прав. Но на самом деле нужно отчитывать. Я вот за это его и посадил. По сути, убийство, которое он сделал, оно никак, ничем не обусловлено, не обосновано, точнее, извиняюсь. Вот. Так вот. А смотри, вот при этом ты когда его сажал в джайл, ты подошел к нему, объясни причину у джайла. Вообще объяснил, но по сути я могу этого и не делать. Если человек не знает, что он сделал и что он нарушил, нахуй он играет на сервере. По правилам. Извиняюсь, я же перебиваю, по правилам. Если ты сажаешь человека в РП профи, ты должен ему все объяснить, всю причину джайла. Где это сказано и кем это сказано? Я объяснил ему. Почитай правила. Правила почитай администрацию. Правила... Ну, окей, сейчас я вот прям вот сейчас не заканчиваю разборки, прочитаю, поищу. Я весь, блядь, пункт сейчас открою. Должен в РП профи разрешается ходить на вызовы, если вы нарушение... Если нарушение происходит перед вами, разрешается его...
давать наказание в РП-профе. Интерференс. Короче, ты еще раз обосрался, подотри жопу, и там ничего не написано про то, чтобы я объяснял нарушителям, что они сделали не так. А теперь смотри, еще можешь потом обратиться к куратору той же ломки, и он тебе все объяснит. Нахуй мне ваш куратор нужен, я сюда не общаться с кураторами пришел, играть и работать. И опять я ничего лишнего не сказал. Это как продавец-консультант, который сначала тебе что-то одно предлагает, потом другое. Ни одно, ни другое тебе вообще нахер не нужно. В данном случае он несколько раз обсирается с правилами, причем вот смачно так, с подливой. И потом мне предлагает пойти что-то обсудить с куратором. Почему должен идти я, если правил не знает он и тэпается на разборке и неправильно как-то оперирует правилами именно он, а не я? Пиздец, я пацанам просто мозг ломаю, они не поймут нихуя. Да что это, блядь, такое? 8.3 плюс 2.7. Значит, сейчас мне объясняешь, где у меня 8.3 сперва. Это для тебя будет намного проще, чем объяснить оскорбление админов. Оскорбление администратора и фриджайл. Тебе привет, короче, от ломки. Куратора сервера. Сидит. Ты мне объясни, где мерч? Оскорбление админа, пожалуйста. Увидишь, когда ломки кинут. Да куда ты, блядь, полетел? Я ж с тобой даже не закончу. Ёбаный свет. Сюда, блядь, иди. Да, меня... да. Да, у меня жалоба на администратора. Как его называют, забыл. Демон Энджел. Вот. Тэпни его, пожалуйста. Попроси, чтобы он тэпнулся. Сейчас будем как бы думать, что с ним делать. Ну вы сейчас видели, как админ переобулся. Сначала он говорил, что я должен объяснять, за что я наказал конкретного там игрока какого-нибудь. А потом меня сам наказывает за какую-то херню, которую даже сам объяснить не может и улетает во время объяснения прочь. Каким хером там ломка оказался еще в этой разборке, я, если честно, не понимаю. Может быть, администратор подумал, что когда я сказал, что мне нахер не упал ломка, ну конечно, это было с матом, он посчитал это за оскорбление. Но это его проблема, то что администратор сам по себе тупой, и любое высказывание с матом он расценивает как оскорбление. В общем, затем я зову администратора другого, точнее модера. Кстати, модер оказался в разы адекватнее и компетентнее, чем администратор наборный. Представляете? Будь я зрителем, на вашем бы месте я бы влупил лайкос именно этому модеру, а не на сам видос. Так что имейте в виду, это кнопочка внизу под видосиком. Вот только-только что меня посадили в джайл на 2000 секунд, да, за 8.3, 2.7. Во-первых, рассказывай, пожалуйста, правила 8.3 и как я его нарушил. У нас идет как джайл, и ты взял, посадил мэра, а ломка все обсуждено было с куратором сервера, вот тебе пришло 8.3. Второе, то у нас оскорбление администрации. Что с ломкой было обсуждено? Как он относится к этим разборкам, если он даже не на сервере? Я вот этого не пойму. Это первое. Потом демка, второе. Демка, потом смотри, второе. Какая отправлен демка всей разборки? Блять, объясни мне, пожалуйста. Ты ситуацию знаешь, за что я посадил джайл мэра? Вот объясни мне, ты знаешь ситуацию? Знаешь, пиши, смотри, Антон, ты уйдешь из поднятия на фриджайл. Блять, ты по разборке сейчас конкретно этой будешь да, разговаривать, или ты будешь, блять, говорить про снятие? Почему ты уходишь? Хуйня, блядь. Охуеть, он просто с разбора клевнул, да? Мне кажется, под снятие уйду не я. Три правила. Первое. Два фриджайла. Первое и второе нарушение. Первое нарушение фриджайл, второе нарушение фриджайл. Он их совместил в один джайл у меня. Вся джайл нахуй снимаю. Потому что я, блядь, не виноват. Ой, молодец! Не стану тут делать 100 там всяких стоп-кадров красивых, просто скажу, заметьте то, как он быстро отреагировал на то, что я себя разжалил, потому что я, по сути, не виноват. Зато, когда его зовут на разборке, он с радостью с них сваливает от всех подальше, но когда человек, которого он разжалил, посмел себя разжалить, ах, он такой холоп,
он тут же прилетает и начинает физганабузить. Вот как раз таки и третье нарушение, за которое он зарабатывает один день бана. Ты сейчас меня берешь физганом, таскаешь без какой-либо причины, это тоже можно записать в нарушение. Сейчас слушай, какие нарушения я от тебя лично записал. Первое — это фриджайл. Второе — это физганабуз. Третье — это тоже фриджайл, потому что две причины ты совместил в одну. Вот. Это у нас тянет на масс-ру брекинг. А это один день бана, если я не ошибаюсь. Вот. И я это сейчас все записываю. И потом эту демку отсылаю главным администраторам. Если у тебя ума хватает, хотя бы игрокам признайся, что ты был неправ, и ты сможешь после этой демки отделаться хотя бы там выговорами двумя, и все. Просто смотри, причина Джайла Мэра. Я тебе сейчас вот объясню, вы меня особо не слушали, ты съебался еще с разборок, как бы, ну, красавчик. Смотри, Мэр ставит лицом к стене человека, на улице стоя, один. По сути, это тянет на нон-РП, потому что мэр этим всем не занимается, а запрягает всем этим полицию. Но я это учел как фрикил, потому что он бахнул пацана без отсчета 3 секунд. Сначала, понимаешь, говорит то, что я в РП профессии наказал человека. Я ему доступно объяснил про то, что... Да, именно. Я ему сказал то, что если я вижу нарушение, я могу наказывать на месте. Он этого, видимо, не знал и начал говорить про то, что я якобы оскорбляю администрацию, куратора. Ну, я, конечно, может быть, грубо сказал, но я просто сказал то, что мне как бы хуй класть, если ты правил не знаешь нихера, то нахуй ты сидишь на админке. Вот. И он начинает говорить про оскорбление администраторов, хотя здесь оскорбления как такового нету, я в его сторону лично ничего не сказал. А он говорит то, что это оскорбление администраторов и типа вышестоящих по званию. Он опирался на правила иерархии, хотя иерархия подразумевает собой правило, которое не дает тебе нормально, допустим, как-то командовать людьми, может быть, которые выше тебя по званию, и ты обязан слушаться ребят, которые выше тебя, допустим, опер администратора, модер опера и так далее. Он опирался на это правило и обосрался в этом же правиле. Подумав то, что я якобы оскорбляю куратора, когда я сказал то, что мне хуй класть на куратора, хотя я не сказал то, что куратор гандон и все такое, он начал ябедничать куратору. Куратор там что-то от себя привет передал, хотя мне на эти приветы тоже хуй класть. И это не оскорбление куратора, кстати говоря. Вот. Учти для себя. Куратор, который на сервере не находится, не участвует непосредственно в разборках, как я понял, сказал ему, чтобы он посадил меня за нарушение этих обоих правил. Вот, как видишь, я сижу 2000 секунд. Я прошу тебя тэпнуть его на разборке. Он приходит, нормально мне причину Джайла, каждого из причин, не объясняет и уходит с разборок. Это уже тянет на 3, сука, нарушения. А 3 нарушения — это у нас что? Номер правила не помню, но это значит то, что ты массово нарушаешь правила сервера и заслуживаешь один день бана. Понимаешь, я месяц не играл, а то и больше на этом сервере, но я правила лучше знаю, чем наборный администратор. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты будешь всю подливу вытирать у себя со сраки после вот этого всего? Ну, модером был, тем более, модеру, понимаешь, простительно то, что он часть правил не знает. Он платит за то, чтобы, допустим, для себя работать. Увидел у себя там в РП-ситуации нарушение, наказал челика. Вот, но в любом случае за нарушение модер сразу слетает, типа. У меня нарушения как такового ни одного нету. Я сказал просто доступно, то что мне там хуй класть кому-то, что напишешь. Если я челика заджалил за какое-то дело, то, наверное, я просто так заходить на сервер джалить людей не буду. Ты у нас, видимо, обидчивый администратор, который просто даже кривой взор в свою сторону будет рассчитывать как оскорбление. Так что не еби мне, пожалуйста, мозги своим куратором и дай мне спокойно на сервере поиграть. Я пытался с тобой нормально поговорить, пытался, но ты забил хуй, потому что ты якобы выше. Это, ну, не царское это дело, админу с модером стоять разбираться, да? Я вот подумал, нахуй, не хочу тебе выговором
это все заканчивать. Я отошлю Юрия это все, и он тебя нахуй снимет к вечеру. А вот на я вызываю тебя. Дай ему бан на один день, пожалуйста. Он сейчас показал мне и Модеру то, как он умеет нарушать правила сервера, будучи на администраторке. Физгана бус, уход с разборок, фриджайл. Два фриджайла. Вот так вот. А, это уже конец проверки, ну да ладно. Надеюсь, вы успели поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих видосиков и также новостей насчет моего канала. Чтобы не соврать, скажу сразу, у нас в беседе небольшая такая перепалка началась из-за того, что я его снял. Люди хотели, чтобы он остался на админке, но я попросил их, не знаю, сказать что-то в его оправдание. Но мне кажется, на моем бы месте поступил бы точно так же любой из зрителей, потому что зайти на сервер спустя месяц нормального такого отсутствия и просто пальцем в небо тыкнуть и найти придурка, который за администратора ливает с разборок тогда, когда ему захочется, который таскает людей физганом, когда ему вздумается просто в голову, который в силу своего слабоумия принимает любое высказывание, в котором содержится мат, за оскорбление и ввиду своих там привилегии и полномочия администратора пользуется ими так, как он захочет, который не может даже нормально объяснить причины джайлов, которые он выдает игрокам, которым он просто так докапывает. И это не джайлы на 50 или же 100-150 секунд, это джайлы на 1000 и более секунд. Если быть точнее, он дал мне джайл на 2000 секунд, не объяснил его нормально и улетел с разборок, а это поступок какого-то придурка отсталого, но никак не админа. Если бы этим занимался модератор, то окей, хорошо, может быть чувак просто дурачок, который решил, что купив модруку, здесь он сможет делать там что только ему не вздумается и делать так, как ему захочется, переделывать правила под себя и прочее. Но когда это делает администратор, тем более наборный, который всегда перед набором заучивает правила, их издает, то в голову закрадываются сомнения насчет того, что не дурачок ли он часом, что он делает, зачем он это делает. Я лично не хочу, чтобы у меня такие администраторы были в админ составе, и вы можете хоть сколько раз меня хуями укрыть в комментариях насчет того, что нужно ему там вернуть админку или же другому модератору с летсплея, кто понял, тот поймет. Мне не хочется, чтобы такие люди были модераторами либо админами на моих серверах. Вот. Поэтому, если ты считаешь себя намного более компетентным, ты можешь подать заявку свою по ссылке в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проявляйте активность, ведь она мотивирует меня делать дальше такие видосики. А также не забывайте писать, что бы вы сделали на моем месте с этим админом. 7 years ago,